Привет, это снова я. Узнали? Конец месяца, пустые банки, будет две части, банки пустые просто и банки пустые какие-то продукты питания, которые показались мне интересными. Так что если вас тоже интересует жрачка примерно как и меня на 90% жизни, тогда смотрите вторую часть тоже, не забывайте. Начнем мы с детячьего. Это я показываю всегда, поэтому заострять внимание на этом не буду. Это средство для купания, это травяной сбор «Сладкий сон». Сладкий сон самый приятный. А для чего я показываю? Все с ним хорошо, пользуюсь я им каждый раз. Но каждый раз, когда я в магазине его покупаю, что-нибудь происходит. Здесь, это я говорю для производителей, фирма Аква, во-первых, когда вы сделаете меня своим партнером, потому что я пиарю вас, наверное, как никто другой в интернете. Во-вторых, фирма Аква. Здесь у вас по инструкции добавить 3 колпачка в воду для купания малыша. Зачем вы делаете вот эту хрень, если дополнительного колпачка вы не делаете? Это всегда открывается. И последний раз был такой фейл, что я уже решила никогда нахрен покупать не буду вот это средство. Оно открылось в огромном пакете, где я покупала одежду ребенку, одеяло, какие-то там, в общем, всякие штуки-подгузники, и все нахрен промочилось. Весь этот пакет у меня стоял на сиденье машины, и сиденье машины тоже придется химчистить, потому что, ну, пролилось все. Оно стоило мне не 140 рублей, как обычно, а, не знаю, 1010. Не надо так, иначе я перейду на Johnson's Baby, серьезно. Далее, тоже вопрос по поводу упаковки. Шампунь 2 в 1 для ребенка. Как вы себе представляете, женщина-мать, ладно, хорошо, мне помогает отец Анфисы периодически мыть Анфису, вернее, не периодически, всегда помогает мыть Анфису, потому что у меня лучший отец Анфисы, которую я могла бы выбрать себе. Женщина одна моет ребенка, она одной рукой держит этого ребенка, поддерживает его в ванне, а второй рукой она должна каким-то образом налить шампунь в третью руку, которой, скорее всего, у нее нет, потому что у людей две руки. Сделайте, пожалуйста, вот такой вот дозатор, чтобы можно было одной рукой раз-раз-раз и набрал. Умоляю, потому что, ну, это реально неудобно. Я обычно лью, прям на ребенка лить тоже как-то не камильфо. В общем, короче, производители, пожалуйста, задумайтесь, или вы потеряете ценного потребителя. Пойдем дальше. Тоже около аптечная. Кровь дракона. Это такое средство. Я покупала его на iHerb. Рекомендую всем. Это сильно вяжущий препарат. Выглядит как гной или я не знаю, что там. В общем, выглядит чудовищно. Вот примерно так вот. Но он очень пахнет, как будто... Такой своеобразный запах. Как будто... компостная яма обосралась, но он очень хорошо затягивает все кровоточащие раны. Поранили ногу, мажьте, поранили, не знаю, там кутикулу себе сковыряли, как обычно, это заусенец, я так раз беру, деру себе и прям, значит, до горла. Намазали, все чудесно затянулось. Все проблемы с деснами решает очень быстро. Стоит, по-моему, не очень дешево, долларов 20-25, но вот этой пупки хватает надолго, и она очень, ну, действительно, хорошая, рекомендую. Отличная вещь. Прям загуглите вот это Sangre di Drago. Супер, супер, супер. Обязательно куплю еще, все время покупаю. Я мисс Кинке. Закончился у меня маффин с черным кунжутом. Это была маска скраб для лица. Уже говорила, что для меня лично это является абсолютным аналогом маски рисовой от Skin Food. Стоит 300 рублей с чем-то. Хорошая вещь, единственное, что упаковка большая, а на деле там, видите, вот, вот столько всего. Но я отдельно снимала про это, про все ролик, оставлю, наверное, в конце где-то здесь там ссылки, посмотрите, кому интересно. Да, пожалуй, куплю еще, если зайду в Литуаль, потому что больше нигде я их не видела. То, что у меня уже лежит еще и будет лежать всегда, это вот этот вот очень густой, био-густой крем для тела. Это лучшее. Это аналог взбитого крема для тела от Kiehl's. Только крем от Kiehl's стоит 4000, а это 200 или да, 120 рублей. Потрясающий запах, потрясающая текстура взбитого сливочного масла качественного. Прям вот с коровы, как говорят.
Отлично увлажняет, очень приятно наносится. Никаких недостатков, кроме того, что маленькая баночка. Хочу, чтобы Natura Siberica выпускала это в 3-литровых жбанах, и я бы просто погружалась целиком в это масло. Обожаю, просто обожаю. Закончилась Silver Foil Pack от Apju. Это серебряная маска-пленка. Я всегда говорила, что я против Glam Glow, я против, как они еще называются, OMG Double D, потому что, ну, как бы вот абсолютно то же самое, но за 500-600 рублей. Тоже про нее у меня есть отдельный ролик, хорошая вещь. Ну, как, маска-пленка, что вы хотите от нее? Она засыхает, убирает вам эти там поры, прыщи, угри, чирьи и так далее. Красиво выглядит инстаграмная вещь, я ее так берегла, что там она практически засохла, больше беречь я не буду, закажу просто еще. И да, 600 рублей и надолго вам хватит развлечения. Ну, не знаю, надо ли оно вообще в принципе. Le Petit Marseillais, ныряй в клубничный рай. Клубника Прованса, гель для душа. Это очень-очень вкусный аромат химической клубники из моего детства. Такие жвачки были с запахом клубники. Очень сочный, у меня прямо слюна течет. Реально рекомендую тем, кто любит химическую клубнику и клубнику вообще, и ностальгировать по своему детству и просранной жизни, погрузитесь в клубничный рай. Очень вкусно пахнет. Тушь 4D Mascara от Миша тоже всегда у меня есть в косметичке дополнительно. Просто она уже высохла, я ей долго пользовалась. На каждый день отличная тушь, стоит пару долларов. Рекомендую. Кстати, да, в конце месяца я 100% буду делать заказ из Кореи. Если вам необходимо, присоединяйтесь ко мне, потому что уже несколько девушек мне написало, и мы вот ждем, пока все-все-все соберутся, и мы отправим заказ. Пока доллар не вырос, и сейчас он наоборот падает, надо заказывать в Корее. Ребята, пиарю сама себя. Спонсор своего видео я сама. Очищающее гидрофильное масло от Secret Key закончилось. Закажу, ну, какой-нибудь другой. В общем, все гидрофильные масла одинаковые, как писал Толстой. Они все одинаковые. Для меня нет никакой разницы. Это пахло лимоном, запах цитрусовых я не очень люблю. Но, в общем-то, дело оно свое дело, очищало, было недорогое, поэтому могу рекомендовать к покупке. Закончилась маска Mixit Витамин С и Q10. Это была хорошая маска, несмотря на то, что у меня с компанией Mixit очень странные не взаимоотношения, не знают о моем существовании, отношения к их продукции. Она мне либо нравится, либо вызывает у меня просто какой-то горизоп. Вот это мне понравилось. Она приятно наносилась, она приятно сидела на лице. Такое было легкое покалывание. И она хорошо увлажняла и питала кожу. Естественно, там ничего не восстанавливает оно, но питает неплохо, увлажняет неплохо, стоит недорого. Вот такая вот рекомендую к покупке, мне понравилось. Это не очень эстетично, но как это эстетично показать, я не знаю. Оно у меня в ватке завернутое лежало. Это часть моего новогоднего подарка от Lush. Это кондиционер для тела без упаковки. Я опять же уже про него записывала, что сама форма без упаковки, она богомерзкая, потому что это все лежит. В общем, я им так и не допользовалась, потому что мне не нравилось. Оно плохо наносилось на кожу, оно не таяло, его хрен смоешь. И оно даже пахло не снежной феей, а каким-то говном. И в итоге вот оно просто засохло и покрылось какой-то плесенью, хотя у меня ванна и чистота там и так далее. Просто от того, что оно все время было влажным. Нет, я никогда не куплю сама и никому не советую покупать вещи от Lush без упаковки. Это, конечно, спасает природу в какой-то мере, наверное, но мне кажется, это просто трата денег, короче, ладно. Я ем мясо, я ношу кожу, и я использую пластик. За мной уже выехали. Сыворотка для груди Колоранс. Это лучшая сыворотка, которую я когда-либо пробовала. Она реально делает грудь немножко более плотной.
насколько это возможно в моем положении. Но она стоит 3000 рублей или что-то около того, и хватило мне ее на месяц. Если у меня будут лишние деньги, я обязательно ее куплю. Она мне действительно понравилась, очень понравилась. Я могу рекомендовать, но реально она не сделает того, что вы хотите с вашей грудью. Но из всех, что я пробовала, она наиболее эффективна. То есть она уплотняет именно кожу, напитывает ее. И да, это, конечно, невидимый бюстгальтер. Это не подтяжка у врача. Это не спасение. Но она выполняет какие-то функции, но и стоит. Я считаю, конечно, неоправданно дорого за такой объем. Мне еще понравилась вот эта штука. Organic Spa крем-маска для бюста и декольте подтягивающая. Она вот в таких саше. Я наносила ее не как маску, а как просто крем на ночь. И тоже она делала примерно то же самое. Она делала кожу более плотной. Так что если где-то найдете, я не помню, откуда я ее взяла. У меня просто лежало несколько саше, я их использовала и хочу найти еще. Стоила, помню, она очень дешево, там, не знаю, 20 рублей или 15, вот за вот такой вот пакетик мне хватало его на 2 раза, соответственно, на 4 груди. Если у вас 4 груди, вам хватит на 1 раз. Вот, рекомендую. Не знаю, откуда она. Выбрасываю прям полный. Использовала его, наверное, 1 раз, да, чтобы я не вру, и мне никто не платил, и я не хочу просто хейтить фирму Mixit. Но вот это вот молочко Lime Flower, увлажняющее питательное молочко для тела с экстрактами лайма, папайи и ананаса, к сожалению, омерзительная лажа. Оно делает с моей кожей примерно то же самое, что делает тот мерзкий крем для рук, о котором я уже говорила. Тоже, наверное, в конце где-то здесь продублирую видос, если кто не видел, посмотрите. Оно иссушает, не впитывается и не делает ничего, что могло бы вообще понравиться хоть кому бы то ни было, если он не грязный извращенец из 50 оттенков серого. Нет. Как бы мне ни было жалко своих денежек, я это выбрасываю. Дальше. Old Spice Wolf Thorn. Лучший дезодорант для всех видов полов и так далее человечества, который когда-либо видела. Пахнет бубльгумом. Совершенно не привязанный к маскулинности запах, несмотря на то, что это Old Spice. Узнала, что еще одна девушка, с которой я совершенно случайно познакомилась, пользуется только этим, и была рада. Я думала, я одна, и меня никто не поймет. Но не оставляет следов ни на черном, ни на белом, как и указано. Вкусно пахнет бубльгумом, не перебивает запах парфюмерии, действительно избавляет от запаха, ну, от пота, естественно, нет, но это надо пользоваться чем-то прям. Ну, я особо сильно не потею, честно говоря, потому что спорт я не люблю. И никуда никогда не спешу. Так что, в общем, рекомендую. Только этот дезодорант использую я. Хотите быть как я, пользуйтесь таким дезодорантом. Выбрасываю... Должна рассказать. Это набор пилок для ногтей из Fix Price. Состоящий из 3. Там пилка, полировка и еще какая-то фигня. Две, вот полировку, еще какую-то фигню я отдала подружке, потому что она там что-то себе полирует. Я купила только из-за пилки. Мне срочно нужна была пилка, и я стояла в фикс прайсе. Не покупайте это. Мне хватило этой пилки на полраза. Она слишком мягкая, она ничего не пилит, и она сразу вот начинает трескаться, и это просто трата денег совершенно ни на что. То есть, ну, типа, она не работает, но зато стоит 55 рублей. Нет. Так нельзя жить. Надо покупать лучше дорогое, но то, что работает, и то, что прослужит долго. Потому что если разделить это на трудодни, на использование дни, то получится гораздо дешевле купить дорогое. Как ни странно, да, хэштег психология нищеброда. Снежная фея. Горе пришло в мой дом. Я использовала этот гель для душа Снежная фея с Нового года. Я использовала его в гомеопатических дозах. Я не знаю, пайка хлеба в блокаду, это плохая шутка, ну ладно, пусть будет, была больше, чем я пользовалась вот этой. Я его берегла, как зеницу ока. Я обожаю снежную фею, у меня не получилось, к сожалению, после Нового года купить большую жбан, и я пользовалась этим редко по праздникам или когда хотела поднять себе настроение. Я обожаю снежную фею. Если кто-то смотрит меня и хочет сделать мне приятное, пришлите мне, пожалуйста, снежные феи, грузовик или хотя бы еще одну баночку, когда она появится в продаже снова в Лаш,
перед новогодними каникулами. Это лучший гель для душа, который я когда-либо пробовала. Вообще, у меня нет слов. Я так его люблю. Я похороню его, пожалуй, и оплачу, а потом в 9:40 дней буду отмечать где-нибудь в баре. На этом закончились пустые банки. Сейчас я перейду к пустым банкам еда, потому что я хочу их как-то разделить. Вот, все. Подписывайтесь на меня, ставьте лайк, колокольчик, что там еще говорят все, кто хочет стать успешными. Маска, кстати, засохла, сейчас пойду ее сниму, и поры на моей ладони будут очищены. Всем пока!